Да, такой нормальный подъемчик получился тут, не знаю. Так, на камеру, конечно, не передать, но где-то, наверное, метров на 400, наверное, мы поднялись, может, побольше даже. От берега. Нормально так, в принципе. Оттуда снизу идем 3 часа. Сто метров поднялись на уровень моря, над уровнем моря всего, а с уровня озера все 400. Там налево, но не туда, а вот сюда. Просто какое-то бескрайнее поле, огромное. Это вот плато, голландское плато. А здесь вот такой какой-то лесочек интересный с этими, как это, можжевельник, да, или туя. Что это, непонятно. Артиллерийские позиции. Сирийские. Похоже, но я туда не хочу лазить. Больше экшена. Полезли. Ух, как тут ветер дует такой. А вот это вот луковое поле. Лук. Зеленый лук, самый нормальный, обычный. Вот он. Оп. Ну-ка, попробуем. Да. Вкусно. Бескрайний. Поля. Граница Иордании, наверное, а может быть Сирия уже, я не знаю, что-то там вот такое, на той стороне, на том стороне, на той стороне там это, уже города, поселки,
уже не израильские. Облачность сегодня прям с утрева. Роса не выпала. Чудивительное место, конечно. Здесь так тихо было ночью. Транспорта практически не слышно. Вообще его не слышно. Хотя дорога, в принципе, не очень далеко. Ну такая тишина просто удивительная, конечно. Мы пойдем дальше вниз, вглубь ущелья, туда вот вниз спускаться. Интересно, конечно, место. Собираем наш лагерь. Потихонечку. Как бы есть, но не совсем. У нас тут привал. Сосновым таком бару, я не знаю, как это называется. Какие-то посадочки такие сосновые тут очень. Вот за мной видно. Симпатично. Да, думаю, может здесь вода есть где-то. Поискать. Посмотрим, может найдем. Слышно, да? Это птицы. Что они там? Их такое количество получается. Почему они здесь все? Еле фильтрует воду.